Парк киноприключений Игоря Панина проводит необычные каскадерские елки вот уже почти четверть века. Поначалу это были единичные шоу, а с 2001-го целая серия выступлений для детей и их родителей. Каждый раз за основу берутся актуальные в уходящем году темы. В 2020 году выбор пал на космические приключения. Ставить представления по мотивам пандемии организаторы не стали. Все как обычно, садилась молодежь, у нас школа каскадеров молодые, что-то придумывали, генерировали, набрали много фишек современных, современную музыку какую-то и собрали, как бы, ну, мы месяца за 4, за полгода начинаем генерировать, а потом уже что-то создаем и 2 месяца репетиции, 3, и получается каскадерская елка. В программе шоу уникальная отечественная техника, танки, бронетранспортеры, машины боевой пехоты, трактора. Не обходится без конкурсов, подарков, фотосессий с главными героями и катания на аттракционах. Главная цель нашего мероприятия – показать, что все-таки у нас есть своя культура, мы сейчас по минимуму используем Запад, что у нас есть что-то свое. Свой Дед Мороз – это не Санта-Клаус, это вот реальный дедушка. Алиса – это персонаж мультика «Тайна третьей планеты», наш советский мультик. И мы, в общем, все это как бы сплели и сделали здесь, на базе каскадеров, это парк киноприключений. Новогодние елки – это лишь малая часть репертуара мастерской. Помимо них, каскадеры проводят гонки на выживание для всех желающих, карнавал огня и прочие представления. Главное отличие новогодних шоу от остальных мероприятий – ориентирование на самых маленьких поклонников авто- и мототехники, а также огненных во всех смыслах трюков. Больше костюмов, больше детской музыки, больше детская тема такая, которая и 3-летним, и 8-летним, и 10-летним заходит. И самое главное, заходит и мамам, и папам. Так что она отличается детскостью, ребячеством, весельем. Дети спускаются с трибун, пребывая в полном восторге. Хором говорят, что шоу понравилось, а вот на вопрос, что именно впечатлило больше всего, отвечают по-разному. Когда на мотоциклах делали всякие трюки. Мне когда кот ездил на горящем квадроцикле. Новогодние елки будут проходить в парке киноприключений с 3 по 6 января. В каждый из 4 дней организаторы проведут по 2 полуторачасовых шоу.